Всем привет! Сегодня хочу приготовить, попробовать лепешки картофельные. Значит, у нас картошка тертая. У меня здесь всего две штуки, такая она здоровая была. Потом сыр, укроп, мука, два яйца, соль, вот обычная соль и перец у нас. Значит, сейчас что начнем делать? Укроп сюда. Сыр попал, ничего страшного. Так, укроп, соль, перец. Муку пока половину добавлю. Так. Ой. Об пластмасску не стучится. Яйцо и еще одно яйцо. И все, сейчас перемешаем, все это замесим. Вот такая у нас масса однородная получилась. Сейчас я что буду делать? На сковородку разогретую, сейчас включу ее. Значит, на сковородку кладу большой лепешкой, выкладываю картошку. Потом ее переворачиваю, кладу сыр и складываю пополам. Сейчас все покажу вам. Так, сейчас на сковородку выложим. Немножко разровняем вот так. Вот, вот так вот. Пусть она запекается, потом ее перевернем. Ну, покажу сейчас дальше все. Вот я ее перевернула, сейчас у нас с той стороны чуть-чуть зажарится, положим начинку и попробую я ее сложить пополам. Сейчас я ее попробую сложить, и мне нужно будет еще ее обжарить. Вот так вот. Вот, и сейчас еще с обоих сторон обжарим ее. Пусть так жарится пока. Вот, что у меня получилось. Сейчас разрежу, посмотрим, что там. Ну, все пропеклось. Даже пар идет. Очень вкусно. Быстро, главное. Горячий. Быстро, вкусно, просто. Так что всем приятного аппетита. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!